Сегодня у нас такая программа. Вначале у нас вводное слово. Мы предоставляем президенту ТАСовского отделения ЛОЖа Анахата, город Москва, Константину Зайцеву. Я хотела сказать всего несколько вводных слов. Когда Евгения Михайловна вместила объявление на форуме, один из участников заметил, что, мол, чтить Евгения надо делами, а не вот какими-то такими официальными мероприятиями. И я ответил, ну как же, она же сама просила это делать. На что... На что он ответил, что она просила лишь нескольких ее личных друзей встретиться в Адьяре и прочесть некоторые отрывки из книг. Но я подумал, что тут нет противоречия, а наоборот, так оно, в общем-то, и есть сейчас. Когда при жизни Елены Петровны ее друзьями были разные люди, которые потом оказались в разных организациях. Это и Литбитер, и Безен, и Джадж. И вот у нас так складывается уже не первый год, что День Белого Лотоса является встречей всех людей, кому дорого имя Елены Петровны Блаватской, безотносительно тому, к какой организации они принадлежат. Ну, вот я вот знаю, что здесь присутствуют члены трех отделений теософического общества, но также и, вероятно, может быть, есть и неприсоединенные члены, и участники других организаций. И будущие члены. Да, надеюсь, и будущие члены. Очень верное замечание. Ну, я потому от лица, от имени Московского теософического общества приветствую всех и прошу считать заседание открытым. Сейчас прозвучат отрывки из произведений, которые Елена Петровна Блаватская, собственно, просила нам прочитать. Затем будут просто вступление всех желающих. Я думаю, регламент будет достаточно, я думаю, даже судя по тому, кто желал выступить, я думаю, можно даже по 15 минут дать каждому. И, как я понял, будут вручены дипломы новым членам теософического общества. Ну, а затем у нас еще останется время на чаепитие. У нас этот зал арендован до 9 часов вечера. Белый лотос – это как символ белой тары, символ чистоты, символ бессмертия духа, вознесения, символ сострадания ко всему человечеству и символ прекращения страданий. Хотелось бы сегодня следовать тому примеру, как нам оставила завет Елена Петровна, что в этот день почитайте книги «Голос безмолвный». Я предоставляю слово Константину Зайцеву. Большие практические советы, думаю, полезные всем нам. Достигай смирения, если желаешь приобрести мудрость. Умножь смирение, если мудрости уже достиг. Будь подобен океану, принимающему в свои недра все ручьи и потоки. Могучий покой океана остается неизменным. Он не чувствует их. Укрощай в себе низшее божественное. Сдерживай божественное вечное. Воистину велик тот, кто поборол желание. Но еще выше тот, в ком божественное «я» искоренило даже само познание желания. Оберегай свое низшее, абы не осквернило оно твое высшее. Путь к конечному освобождению в твоем высшем «я». Путь этот и начинается, и кончается вне твоего личного «я».
ни единый архат не становится таковым в той же жизни, когда душа впервые изведала тоску по конечному освобождению. И все же ни один воин, добровольно стремящийся к жестокому убийству между живым и мертвым, ни один новобранец не может быть права, лишен права вступить на путь, ведущий к полю брани, ибо он должен либо победить, или пасть. Если победит, воистину он достигнет нирваны. Но ранее, чем бросит он свою тень, пленную оболочку свою, чреватую страданиями и скорбью в пределе, люди признают в нем великого и святого Будду. Если же он пойдет в бою, и тогда он пойдет не бесплодно, враги, сокрушенные им в последней битве, никогда уже не вернутся к жизни в последнем воплощении. Но если ты достигнешь нирваны или отвергнешь заслуженную награду, то не будут плоды деятельности или воздержания от действия побуждением твоего сердца, исполненные отваги. Ведай, что бодхисаттва, жертвующий своим освобождением, отречение ради, дабы облечься в страдания сокровенной жизни, именуется трижды чтимым, вот ты, избирающий удел на протяжении веков. Предоставляю слово Владимиру Васильевичу Ярому, основателю философского отделения ложи Адамант, руководитель Московской области. Я сразу начну с привычного уже в наших школах, которые мы ведем. Это смысл дня, то, что дала Елена Петровна как жемчужина Востока. Все вы прекрасно знаете, читали, да? На каждый день дается определенная мысль. И на сегодняшний день мысль следующая. Быть чистым или нет, выбирать тебе самому. Никто не может очистить других. Вот такая мышь сегодня работает в этом дне. То есть такая энергия. И она проходит через каждого из вас, кто рожден в том или ином году. И согласно этого года, своего рождения, вы каждый имеете свое индивидуальное начало взглянуть на эту мысль по-своему и увидеть в ней глубинный смысл. Увидеть вот так просто глубинный смысл очень сложно. Потому что мы, люди, привыкли мыслить категорией образа. Нам необходимо, чтобы была какой-то объект, форма, на что бы мы обратили внимание и с учетом этого внимания для себя интерпретировали эту мысль ясно и понятно. Так вот, у каждого развивается при этом, при мысли дня, развивается образное мышление. То есть абстрактное наше мышление, которое называется философией, философским взглядом на жизнь, да, или ментальностью философской, которая может привести нас к теософскому видению. А это значит, прежде всего, логика и философия. И когда мы это складываем, то наш образ, он живой. То есть мы его можем прочувствовать. Так вот, сегодняшний день у нас, вот, по концу времени, сегодня неделька у нас кабана синего. В этот год кабана синего Елена Петровна как раз и открыла, так сказать, теософское общество. Она его организовала с Алькотом. Это теософское общество. Год синего кабана. Мы сейчас сидим как раз в этой недельке, этих энергиях создания теософского общества. У нас есть преимущество. Потому что мы уже знаем, какой принцип работает. Это проявленное сознание. Символ кабана – проявленное сознание или теософское сознание. Теософское сознание, которое способно образным мышлением, через это образное мышление, в общем-то, иметь диалог с окружающим его миром. Диалог этот происходит на уровне сердца. Сердце символизируется шестилучевым звездой. Вы знаете, что это шестикрылый Серафим. На перепуте явился Пушкин в свое время. Да? Вот. И это сердце, оно связано, безусловно, с сознанием. Потому что
прежде чем сознание пробудится, нужно открыть сердце. Вы все это прекрасно знаете. Да? Теперь смотрите, мы живем в год кабана, опять же кабана или сознание желтого кабана. Это земляной кабан. Суть его – пробуждение сознания и поворот колеса учения. Поворот колеса учения, само колесо, символизирует прежде всего это нашу жизнь. Жизнь бытия. Вот бытие и символизируется колесом. Колесом в своем спиральном вращении. То есть вот эти перевоплощения, закон кармы, о чем, собственно, говорит учение прежде всего. О законе кармы и перевоплощения. Так вот этот закон кармы связан как раз с этим вращающимся колесом нашей жизни или бытия. Мы пришли познать это бытие. Для познания бытия нужно пробудить сознание. И вот этот год уникален в том смысле, что мы можем в этом году это сознание пробудить. А пробудить нужно его и необходимо, потому что осознанная жизнь, она более чиста и более качественна. А если мы решили жить по-новому, да, в силу того, что эпоха пришла новая, значит, мы должны и жить по-новому в этой эпохе, то мы для этой эпохи должны пробудить сознание, открыв сердца и объединившись в духе. И самая главная программа Белого Братства Человечества, собственно, которая и принесла Елена Петровна, плюс еще различные образы учителей, она о них говорила, что есть это человечество, то есть учителя человечества, они существуют, они такие же реальные, как и мы с вами. Вот это ее, так сказать, великий вклад и та ноша, и тот крест, который она принесла и показала нашему человечеству, чтобы мы достойно взяли каждый свой крест и несли достойно в этот мир по-новому, пробив свою именно индивидуальную тропу, по своему лучу, по своей энергии. Самая главная энергия года у нас – это энергия Юпитера. А энергия Юпитера – это энергия сердечная, энергия тепла и жизненности. Вот под такой энергией добра и теплоты мы должны реагировать весь год на любые обстоятельства, на любые события. И голос безмолвия нам как раз это и говорит. Он об этом говорит, голос безмолвия. Чтобы мы стали альтруистичны, прежде всего. Чтобы мы начали уважать друг друга. Уважать. А йога говорит, каноном Господом твоим. Вот эта формула, она всем братством приносилась в мир. Теперь посмотрите. Мы находимся в направлении пространства разума. Разум – это осознанные действия, разумные наши действия. Сознание только способно творить новую карму. И этот год, созвездие весов, он значим законом всего сектора весов. Мышкой. Мышка символизирует карму. Так вот сейчас мы как раз и закладываем ту карму, очень важное, с пробуждением сознания и открытием своего сердца. По-другому не получится. Мы должны объединиться в духе. Да? Теперь смотрим дальше. День сегодня у нас черной змеи. Черная змея – символ разума. Находится в этом же направлении пространства, в деве, где создается потенциальность раскрытия новых способностей нашего астрального тела, его органов чувств. Мы должны перейти из внешних органов чувств, заложить причины пробуждения внутренней потенциальности наших органов чувств. То чутье, которое мы проходили, будучи в животном царстве природы, то есть в тех энергиях, в чутья, чутье дает культуру. Только через чутье мы можем окультуриться. Так вот сейчас пришло время прийти к тому внутреннему чутью. Потому что вы сами знаете, что Луна в то время
где находилась, так сказать, монады человеческие, проходила волну эволюции именно чутья. Это животная природа и называется. То есть сознание становилось чутким. Теперь мы возвращаемся к памяти этой чуткости. И с учетом разумности своей мы должны определить свои чувствования, придать им ощущение. Потому что ощущения только разумом определяются. Сознание должно быть, должно понимать и осознавать свои действия. И вот, собственно, голос безмолвия об этом и говорит. Но он много о чем еще говорит. И о том говорит, чтобы мы были терпеливыми. Да? Об этом очень глубоко сказано. Потому что голос безмолвия, он в тишине творит. На уровне ощущений. И эти ощущения в каждом из нас, они есть. Это называется тело Будды. Так вот, чтобы пройти разумность, мы должны прийти к открытию своего буддхического видения мира, ощущения, именно буддхического. И это тело у вас у всех есть. И нам на учении говорится, что вы все боги. Ну, спасибо большое. Спасибо. Продолжит наше выступление Елена Лагаева. Вы ее прекрасно знаете. Добрый день. Надеюсь, что вы меня прекрасно знаете, потому что я как-то не очень. И с каждым днем все меньше и меньше ты знаешь о себе, и все больше и больше знаешь о том, что познание безгранично. Я не готовилась выступать, поэтому говорить буду долго, уж извините. Последние годы все знают, что я очень много сделала для развития теософии, для того, чтобы теософия в России была. И моя работа заключалась в том, что я редактировала и издавала книги. По большей части это статьи, переводы Блаватской, это сборники по Агни-йоге. И я очень хорошо знаю самые разные направления, о которых писала Елена Петровна Блаватская. Хорошо знаю какие-то современные, новые философские движения философской мысли и много-много-много всего. Но помогло мне больше наблюдение за тем, как проживают люди рядом со мной. Все мы когда-то давно, ну вот люди моего возраста, те, кто постарше, когда-то давно, находясь в атеистической стране, понятия не имели ни об Агни-йоге, ни о теософии, ни о чем вообще. И максимум, что мы могли себе позволить, это мечтать о том, что все-таки, наверное, какой-то высший разум есть. Это был наш Бог. Мы молились рассудку, мы молились интеллекту. Настали другие времена. И поток, который, безусловно, осеняет Землю в конце последней четверть века, каждого века, затронул и нас. И начиная с 1974 года, 1974 год, столетие Николая Константиновича Рериха, и к его столетию в Москве проходит грандиозная выставка его картин. Это было настолько мощное внесение света в нашу действительность, вы не представляете. Я плохо помню это время, мне было 10 лет, но я очень хорошо помню, как отозвалось сердце на происходящие события. 5 лет спустя я впервые услышала Блаватской, это был 79-й год. И понятия не имела, что уже в 93-м году я буду работать в Международном центре Рериха, а в 97-м году перейду работать в издательство «Сфера». Работа очень интересная и очень ответственная. И каждый раз ты боишься, что пропустишь какую-нибудь ошибку переводчика, потому что никто пока еще эти тексты на русском языке не знал. Многие из текстов были переведены впервые. И изданы издательство «Сфера» на русском языке впервые. Эта ответственность, безусловно, сказалась на всех. На мне она сказалась в том варианте, что долгие годы я сидела дома, не выходила к людям и очень боялась выступать. Я думала, что в то время, пока я занимаюсь непонятно чем, ну, собственно, понятно чем, редактированием, все остальные люди упорно работают над собой, читают книги, у них есть время и возможность следовать зову своего сердца, развиваться в своем естественном развитии, как в свое время это сделала Елена Петровна Блаватская.
обратите внимание, ну, я уверена, что все вы знаете в той или иной степени ее биографию, обратите внимание, никакого давления в детстве не было, кроме обычного воспитания. И вместе с тем были грандиозные возможности. Она с раннего детства знала о буддизме, благодаря бабушке и дедушке. Она воспитывалась, она родилась и воспитывалась до 11 лет очень чуткой матерью. Наверняка вы обращали внимание, сейчас некоторые повести ее матери Елены Кан уже изданы. И самое главное, у нее была свобода проявления. В книге Жиляковской «Как я была маленькая» описывается, как воспитывали других детей. Так вот, Елена Петровна Блаватская с детства была в свободном воспитании. Разрешалось многое. Это дворянское воспитание, строгое в нравственном смысле, но абсолютно свободное в познании. И ей дозволялось даже и убегать, и общаться с разными людьми. Наоборот, в определенной степени, когда у нее был некоторый момент снобизма появился, да, что вот мы в дочке губернатора, вот наш дедушка губернатор, бабушка ее строго по этому поводу ей сказала, всего-навсего губернатор, обычный простой губернатор, как и все остальные простые губернаторы, все люди. Мы проживаем в детстве и в взрослом состоянии очень много разных сложных моментов и не всегда можем оправдать себя за это. Елена Петровна Блаватская уже в очень взрослом возрасте говорила, милосердно было бы лишать 30-летних людей памяти о безрассудно прожитой молодости. Потому что ошибки молодости, наше стремительное вхождение в жизнь, безусловно, потом приводит нас в каком-то возрасте к раскаянию. Не избежала его Елена Петровна, но так ли ее это волновало? Да нет. Потому что в тот момент, представьте себе, она уже трижды объехала землю, она уже прошла обучение в Тибете, и после этого она приезжает в Россию, после этого она едет на Кавказ, где, к сожалению, не может задержаться, она приезжает во Францию, и опять-таки непонятно, что ей делать дальше, и ничего не происходит. Человек прошел обучение, прошел такую школу жизни, ей уже 40 с лишним лет, и что делать дальше, она не знает. Представьте себя в этой ситуации. И вот она путешествует, ездит, пытается найти применение себе теперь, а учитель не говорит ничего. И эти томительные минуты ожидания, что дальше? И вот приказ получен. Нужно ехать в Америку, и что там? Она приезжает в Америку. Вы думаете, ее прям вот на утрапа встретили и сказали, все, дорогая, теперь вот ты будешь общество делать, и все будет хорошо? Да нет! Она после этого ищет возможность устроиться, денег нет, она ищет место, где она будет жить, чем она будет зарабатывать себе на хлеб, что она будет делать, она все еще не знает, что она будет делать. Вы помните историю, когда она познакомилась с Олькотом? Ей нужно было приехать на эту ферму, куда привели Олькота, а вы помните из писем Махатмы? Один или двое из нас решили, что мир достаточно готов к тому, чтобы принять одну или две истины. Мы нашли человека, честно, во всех отношениях, пусть он не вполне подходил к этой миссии, но был лучшим из многих. Свели его с Блаватской, как свели? Ну вот, обычная встреча, да? Обычная, я не знаю, обычный спиритический сеанс. Почему вдруг Ольга вспомнил, что он давно на них не был, и почему он поехал именно туда? Ведь тоже ему никто не говорил, выезжай туда. Он почувствовал это и сделал это. И что, после этого сразу началось теософское общество? Да нет, еще полтора года прошло. Вот когда мы говорим, называем даты, нам все кажется, что это все быстро. Но это так медленно в действии каждого дня, особенно когда ты не знаешь, что тебе делать дальше. И меня в последнее время больше всего внимания привлекла фраза, когда Блаватская говорит, «Дерзай», — сказал мне учитель, — «я каждый день переживала о том, не превысила ли я меру. Все ли я сделала, что могу сделать сейчас, и не превысила ли я меру выдачи». Ее безграничная скромность к себе и отзывчивость на страдания мира
безусловно, всем известны. Я хочу вот последние две фразы сказать. Это то, что, безусловно, Елена Петровна предвидела те страдания и те ужасы, которые ждут нас дальше. И она писала, что сейчас жить тяжело, а дальше будет еще хуже. Мы не можем это изменить. Но что должен делать настоящий тёсов? Помогать людям, помогать страдающим. Одной из почетных обязанностей каждого теософа является умножать количество счастья на Земле. Каким образом? Конечно, напоминая о том, что свет истины есть. И следуя ее такому совершенно замечательному примеру жизненному, следуя ее совершенно замечательному совету, выберите себе самую высшую точку и смело идите на ее свет. Стремитесь к истине каждый день. Будьте честны, прежде всего, перед собой, потому что волк в своем обличии честнее, чем волк в овечьей шкуре. И мы уверены, что ваши усилия приведут к результату. Все, что хотела Елена Петровна Блаватская, в общем-то, свершилось, и все состоялось. Три цели теософского общества – это создание ячейки всемирного братства. Сейчас все говорят о едином человечестве в разных вариантах. Мы с вами жили в стране, которой удалось создать ячейку братства. И даже не понимали своего счастья, что вместо догматической формальной религии у нас было настоящее братство. Нам повезло. Идея о том, что нужно изучать все различные направления философской мысли, она тоже сейчас нам доступна. Надеюсь, что эти времена продлятся как можно дольше. Ну и уж о том, чтобы развивать себя и свои способности, каждый из нас озаботится непременно. Теософия победила, Елена Петровна Блаватская всегда с нами, потому что она сказала, в своих письмах она писала, пока будет хотя бы на Земле хотя бы один человек, который обращается к той теософии, которая пришла через меня, я буду с вами, и я буду нести с вами совместную карму. Мы благодарны ей, я благодарна за то, что за счастье жить. Спасибо большое. Дорогая Елена Петровна, мы вас любим и помним, и чтим. И надеемся полнокровно, что вокруг человечества жизнь. Не Цветаева, что там лукавит, но достойный торжественный ход. И нам хочется знать вас и славить, чтобы слышал вас все же народ. В бесконечном ряду самомнений, разных вер, философских доктрин, вы открыли тропу откровения и встряхнули болото трясины. Ваш призыв преждевременный к братству, в мире те все оружие хуют, где главенствуют деньги и градство, и семья друг друга живет, был как выстрел, почти неприличный, и обиделось множество сил. Мир не понял, потом, как обычно, клеветой за все отплатил. Но чтоб Запад смирил свою гордость и услышал древнейший Восток, вы явили Арджунову твердость и сражались, как рыцарь-пророк. А последнее пятилетие – это чистой воды героизм. И нам дали урок на столетие, как прорваться сквозь свой эгоизм. Я предоставляю слово Константину Зайцеву. Есть выступление. Выступление – это не совсем мое. Всегда, когда происходит День Белого Лотоса или День Вестника Света, 12 августа, очень трудно сказать что-то новое. И, собственно, то, что я сейчас прочитаю, оно, в общем-то, с одной стороны, не новое для всех нас, но оно интересно тем, чтобы мы увидели, как отмечают День Белого Лотоса в других странах, и в том числе с какими речами выступают руководство теософического общества. Я только что приехал с Украины, куда приехал Висенте Хаучин. Он долгое время был президентом теософического общества на Филиппинах. И он был, кстати, одним из первых. Это меня, я всю жизнь мечтал с ним познакомиться еще в 90-е годы, потому что он еще, вот мы еще ни Америка, ни Европа ничего не делали. А их Филиппины, многие, наверное, знают из вас, что это за страна, там и коррупция, и преступность, и бедность, и теперь еще терроризм появился.
И вот это вот в этой вот стране теософическое общество работает очень активно, очень успешно. И они, например, они, Америка или Европа, первые выпустили на компакт-диске собрание сочинений Блаватской и письма Махатмы. Еще этого не было в интернете, вот эти диски мы доставали и читали. И когда он приехал на Украину, он провел нам семинар. Дело в том, что не так давно, может быть, год или два назад в Адьяре состоялась такая дискуссия. Речь шла о том, вот мы уже более 100 лет распространяем идеи теософии. Что дальше? И не закончился, не завершился ли этот период, и не начать ли нам новый период эти идеи как-то на практике воплощать. И вот в связи с этим он приехал, он проводит семинары, это очень практичные семинары о том, как работать над собой. Семинары на тему самопреображения. Он весь мир объехал с этими семинарами, вот теперь доехал до Украины. И дальше он поедет, он уже сейчас там в Днепропетровске, и там, соответственно, тоже проводится День Белого Лотоса. И были заранее опубликованы тезисы всех выступлений на этой конференции, которая там проходит по случаю Дня Белого Лотоса. И вот, собственно, что он сказал. Я немножко буду с запинкой читать, потому что эти тезисы на английском языке. Ну, тем не менее, смысл просто будет понятен. Содержание тут не ново, но посмотреть, на чем акцентируют наши руководители, когда делают такие выступления. Елена Петровна Блаватская определенно была одним из самых замечательных людей в истории, особенно за последние несколько столетий. Она может быть не так знаменита, как Эйнштейн или Ганди, но она более чем кто-либо за последние столетия открыл до сего закрытую дверь к реальности, которая была за пределами научного и культурного мира, к той реальности, которой человечество было слепо на протяжении многих столетий. Есть 4 грани ее работы, которые я бы хотел упомянуть здесь. Среди ее величайших даров человечества. Первое, она открыла занавес перед миром дал знать о мире Махатмы. На протяжении многих веков существование Махатмы было в основном имело легендарный характер. И, возможно, в первый раз в истории она показала, что эти великие существа существуют. И показала это на основе документальных свидетельств хорошо известных людей. Это открыло, дало начало большому количеству литературы, правда, как и организаций, деятельность которой, идеи которых основаны на существовании этих махатов. Идея того, что можно совершенствоваться, стала такой идеей, которая уже не казалась чуждой. Во-вторых, Блаватская открыла новую эру в познании человеческой жизни и космоса, которая тоже доселе была скрыта для мира, особенно для Запада. Такие учения, как 7 принципов человека, астральное тело, реинкарнация, то, что происходит после смерти, Атлантида и другие, стали сейчас, через столетия, они стали, может быть, распространенными, обычными. И направление человеческого познания, оно приобрело новое направление. Стало уравновешивать ту безумную гонку человечества к по исследованию материальной вселенной. И это уравновесило вот это вот познание нашим лучшим пониманием нашей собственной природы и внутренних реалий нашего сознания. Третье, и еще более важное, это идея
всеобщего братства и сестринства. В XIX веке идея единства с людьми других религий, рас и даже пола была чуждой людям и казалась странным. Прошло ведь всего только 10 лет после отмены рабства в Соединенных Штатах. Это также был период религиозной нетерпимости. И идея всеобщего братства была очень смелым видением единства человечества и шла против чувства превосходства одной религии или расы над другими и одного пола над другим. Теософическое общество стало первопроходцем в том, чтобы задать вот такое движение и придать импульс идее единства человечества, так, чтобы вот она стала признана, как это уже сейчас. И, наконец, тоже теософическое общество было тоже первопроходцем среди духовных организаций, что оно стало основываться на полной свободе мысли. Потому что практически все религиозные и духовные организации основываются на некоторых доктринах, которым их членам следует подписаться. И теософическое общество бескомпромиссно следует принципу, что нужно стремиться к истине в духе свободы, потому что истину невозможно догматизировать. Это вот почему Махатмы и заявили, что теософическое общество должно стать краеугольным камнем в будущем религии человечества. Я считаю, что религии дальнего будущего и будут основываться на этом принципе. Елена Петровна Блаватская возвестила те изменения, которые произойдут в будущих столетиях. Она построила интеллектуальные мосты и открыла новые возможности для человеческого роста. Сегодня, через 128 лет после ее смерти, мы с теплотой помним ее. Но лучший способ — это не вся речь, потому что это было опубликовано вот как тезисы его речи. Но вот я думаю, из этого можно получить представление, какие акценты ставят наши руководители в этот день. Дня Белого Лотоса и плюс доклады уже свои собственные, в том числе связанные с христианской духовностью, именно с практикой, самоконтроля и так далее. Пожалуй, я просто на это обратил внимание, что нам, наверное, тоже, может быть, нужно начинать как-то работать над какими-то практическими приложениями. На нашей ближайшей встрече, 16-го, я немножко постараюсь рассказать про семинар, на котором мы присутствовали, и в чем была его суть. Сегодня 8 мая, день мой начался с того, что, конечно, я взяла в руки «Голос безмолвия» и прочитала его. И у меня несколько идей возникло, может быть, новых для сегодняшнего дня, что весь «Голос безмолвия», как и очень все другие, тайная доктрина, прежде всего, это, конечно, символы, великие символы. Раскрыть символы непросто. Это одна из наиболее сложных задач для сознания человека. Почему? Потому что символ, он не раскрывается внешними формами, а он раскрывается внутренними формами. То есть это развитие воображения, это определенное сосредоточение, медитация и так далее. И возникло несколько идей, которые мне показались логичными и друг с друга вытекающими, чтобы одну из частей «Голоса безмолвия», которая посвящена чертогам познания, сознания человека, хотела поделиться с вами, рассказать об этом.
Елена Петровна пишет: отдай свою жизнь, если хочешь жить. Кажется, что это противоречие двух составляющих. Понятно, что это символ, это внешняя и внутренняя жизнь. Это окончание одного цикла развития сознания и переход в следующий цикл развития сознания. Третью только о усталый странник предстоит пройти тебе до конца многотрудного пути. Три чертога о победитель Мары проведут тебя через три состояния в четвертое, а оттуда в семь миров, в миры вечного покоя. Уже в этом, в первом абзаце, которое посвящено всему пути, всему мирозданию, развитию эволюции человеческого сознания, всему человечеству, уже мы имеем три чертога, которые неминуемо ведут в четвертый чертог. Одна из главных фундаментальных идей построения миров, которые нам дают в тайной доктрине Елена Петровна, это три упадают в четыре. Три в четыре. И семь миров, а оттуда семь миров, так продолжается. Если захочешь узнать их имена, слушай и запоминай. Имя первого чертога – невидимое. Это тот чертог, в котором ты увидишь свет, в котором живешь и умрешь. Имя второго – чертог познания. В нем душа твоя найдет расцветание жизни, но под каждым цветком свернула змея. Кажется, что это просто слова, но в каждом слове это определенное движение. Мы знаем, что все начиналось с единой сущности и постепенно приходило в определенную эманацию, вибрацию, и наконец начиналась дифференциация. Да? И потом все возвращается опять в единое состояние. Это цикл эволюции, которая или закон, который действует, и он тождественный везде, как в нашем проявленном мире, так и во всех других мирах. Как в сознании плотного мира, так и в сознании более тонкого мира, в ментальном сознании и так далее. Такой вечный цикл. Имя третьего чертога – мудрость. За ним расстилается безграничная воля Акшары, неиссякаемый родник всевидения. Заметьте, что третий чертог – мудрость, и за ним неиссякаемый родник всевидения. Это как раз описание четвертого чертога. Это чертог всевидения или чертог бессмертия, как в тайной доктрине пишет Елена Петровна. Мы знаем, что одно из основополагающих фундаментальных основ в тайной доктрине и построения, за что мы можем зацепиться, это планы бытия, которые нам дает Елена Петровна. Планы бытия – это определенная схема, фундаментальный скелет, на который можно нанизывать символы и раскрывать их, если мы знаем, о чем идет речь, о чем, как происходит это движение, какая геометрия способствует, какие символы вовлечены в тот или другой план сознания. Семь планов бытия, как семь миров, как семиличность сознания, это вы все об этом знаете прекрасно. Первая идея сегодня, которая мне пришла, что этих три чертога основных, которые упадают в четыре или в четвертый чертог, мы можем разложить по планам бытия и посмотреть их как бы внутреннее, раскрыть внутреннюю сущность. Любая геометрия, мы знаем, что Елена Петровна пишет, да, прологи, что Бог – это геометрия. То есть это то состояние, когда мы можем на ощупь взять и ощутить, на ощупь попробовать эти символы, какие они, как мы в них себя чувствуем, как мы, люди, это воспринимаем, и как наше сознание эволюционирует. Имя первого чертога невидения – это проявленный план, это физический мир наш, самое плотное состояние сознания. Это тот чертог, в котором ты увидел свет, в котором живешь и умрешь. Понимаете, мы же в физическом плане умираем, наше тело действительно умирает, но свет, который мы можем увидеть, но это отдельная тема, сейчас не буду этого касаться, я хотела остановиться на чертогах.
Это, конечно, наш цвет или озарение любого сознания, которое может прикоснуться к внутренней сущности или встречи своего высшего я, скажем так. Да? Если захочешь пройти первый чертог безопасно, не позволяй душе своей принимать огни вожделения, горящие вном, за солнечный свет жизни. Ах, если бы мы это знали раньше, да? Тот самый первый чертог, который начинает наш путь, это детство, отрочество и половина вот этого такого возраста, переходный период и молодежь, когда этот свет познания бывает ослепляет. И мы действительно не знаем, мы не можем его сравнивать ни с чем. Мы ослепляемся низшими астральными водами, они нас заводят, как этот змей-искуситель, да, и мы не можем выйти из этого. Елена Петровна предупреждает, нельзя здесь останавливаться, потому что физический план или сознание человека, здесь оно смертно, но бессмертная сущность внутри него, как истинная жизнь. Имя второго чертога – познание. Мы выходим на план вещественный и образовательный. Царица этого плана – символ тетраграмматончества, лучевая звезда. Природа, как Елена Петровна пишет, соединение духа и материи, план вещественный и образовательный. То есть там, где мы можем познавать природу своего ума. Символ тетраграмматона, Елена Петровна пишет, что о нем можно писать отдельные тома, бесчисленные, для того, чтобы его раскрыть. И сейчас не в этом формате, мы не будем его касаться. Это чертог познания. Это не видение, это познание. План вещественный и образовательный. Если хочешь безопасно перейти второй, не замедляй своих шагов, дабы вдохнуть в себя благоухание его опьяняющих цветов. Если хочешь освободить себя от цепи кармы, не ищи своего гуру в этой призрачной стране. Призрачная страна, мы знаем, что план вещественный и образовательный – это такой отпечаток или тождественный план божественного ума, где астральный свет или астральный змей закусывает свой хвост. Он сохраняет чистоту, эти воды Юпитера или теплоту учителя в своем сокровенном свете, но он не раскрывает этот хвост, раскрывается хвост змея тогда, когда полностью раскрывается зодиак. Вы знаете эти картинки у Леонардо да Винчи, да, у посвященных, Державина в этом писал, Пушкин и Поклонник. Когда же ты познаешь свое собственное невидение, ведись чертога познания. Получается, мне пришла такая идея, интересно, что эти чертоги, они не отдельно. В чертоге невидения уже собраны все четыре чертога вместе. Это, знаете, ассоциативно, как все расы. Расы человечества 1, 2, 3, 4, 5, 6 и даже 7 уже есть как капли здесь, на нашем проявленном плане. Да? Но и нет четкой такой градации. И мы знаем, что сейчас в нашем мире присутствуют и лемурийцы, и атланты, и, как их называют, шестая раса, арии и так далее. Да? Пятая, да. Вот. И также с чертогами. Говорит Елена Петровна, что в чертоге невидения, если ты в этом чертоге познания узнаешь, что ты ничего не знаешь, и ты этого поймешь, беги оттуда. А куда? В соединение со следующим планом твоего сознания, следующий чертог. И следующий чертог, он, конечно, уникален, это план разума и творчества. Это символ семи лучевая звезда. План разума и творчества – это первая тхьян-каганическая иерархия, это первый выдох луча тхьян-коганов. И мы знаем, что первая единственная иерархия, которую обозначает Елена Петровна на обучении, она дает только тхьян-коганам. И говорит, и предупреждает нас. Все другое, о которых мы потом начинаем говорить, это тхьяни Будды, бодхисаттвы, манушья Будды. Это прихождение этой единой иерархии, единого луча тхьян-когана, оно просто трансформируется в уплотнение дифференциации миров или построение сознания плотности материи. Чем больше плотность материи, тем меняется тхьян-каганическая иерархия. Разум затемняется. Тхьян-коган – это солнечный разум.
это величайшие боги, это наши учителя, это разумные силы, это в третьей расе, в третьей подрасе как раз Вишваты озарили человечество наше разумным этим началом, и все остальные расы, вплоть до седьмой, замечу, что мы сейчас проживаем в пятой расе, в пятой подрасе, свой мамонтаческий дух, да, бесконечности и вечности, мы придем к тому, что седьмая раса исчезнет с планеты Земля и перейдет на другую планету, написано в тайной доктрине. Так вот, семилучевая звезда, как тот самый единый луч выдоха при начале дифференциации в городе Безмолвия, называется чертог мудрости, тот самый первый свет, чистейший свет, мудрость большой буквы. Что такое мудрость большой буквы? Это абсолютный свет или разум, как мы в дальнейшем видим эти описания. Эти понятия тождественны, но тоже имеют свою градацию. Имя третьего чертога – мудрость, за ним расстилаются безграничные воды Акшары, неиссякаемый родник всевидения. Здесь же Елена Петровна пишет, если вроде будет тобой чертог мудрости, и ты захочешь достигнуть долины блаженства. Вы понимаете, каждое слово имеет огромное значение. Если ты захочешь, то есть это вообще мы вправе выбирать, достигнем мы долины блаженства, чертога всевидения или нет. Да? Мы сами с вами решаем. И если ты захочешь, пишет именно Петровна, то ты достигнешь этого чертога всевидения. Чертог всевидения – это планка образа. Это гармонический план, отсюда начинается эволюция человеческая. Это план акашический, по-другому, да, Акаша там царит, да, в этих водах. Отсюда начинается дифференциация, и это план, откуда все начинается. Это все единения здесь. Здесь внутри это сущность. Елена Петровна пишет, та самая Пресвятая Четверица. Пресвятая Четверица, посмотрите, она здесь отображена вот таким вот крестом. Это первое прихождение вот этого джину, который здесь станет Фахата. Мы знаем, что Фахат это семиличность, да? Что любой луч семиличен. Если мы с вами в то же пространство попадем, мы четко знаем, что там уже есть трое. Точка не бывает одна или двое. Точка – это всегда трое. Удивительное, да? Какие преображения в геометрии проходят. И если мы с вами чертим любую луч в пространстве, мы знаем, что он семиличен, потому что 3-4 уже упало, и движение началось. Движения не бывает. 6-5-4-3-2-1. Движение – это когда мы все семеро вместе. Понимаете? Все можем вместе, все, кто, да, пошли. Все очень... Три фундаментальных положения упадают в четыре и даются два тома тайной доктрины. Первых том семь станций, понимаете? Три упадают в четыре, нам дают семь станций, как и во втором томе. Вот, такой вот интересный план прообразов или долина блаженства. Так вот, в это словосочетание, когда Елена Петровна говорит, что если ты захочешь, многие достигают этого состояния, даже будучи на земле, вернее, могут достигнуть его. Но и многие отказываются там пребывать, особенно учителя человечества. Почему? Потому что, как Елена Петровна описывает в одном случае, мы достигаем нирваны, а потом у нас такая есть остановка, мы оборачиваемся назад, и мы понимаем, есть два пути. Либо оставить это человечество в страданиях и эволюционировать самому, пойти дальше. Это дальние миры, это другие планеты, это другое сознание, мы можем это выбрать. Или остаться с человечеством, сострадая ему, и приносить эти знания здесь. Такие уникальные учителя, которые приходили ко Христосу Будда, да, показывали нам, как это возможно. Своим примером оставили учение, расписали нам всю по пунктам, тайная доктрина, это все научно и фундаментально обосновало и систематизировало эти знания. Дальше Елена Петровна в «Голосе безмолвия» пишет, когда рассказала о трех чертогах, которые ведут к четвертому всевидению, да, или в чертог блаженства, она пишет такую фразу: «Не дозволяй рожденному в небесах погруженному в волну Майя отрываться от единого Отца,
но добивайся, чтобы огненная сила отступила в сокровеннейший покой твоего сердца, своей истинной обители. И когда поднимется сила этой сердца твоего в шестую область Бутхи, кто знает, что это за шестая область Бутхи, кто ее показал, где она находится в сознании или в теле человечества, где она в сотворенных мирах, да? Если мы с вами не приложим это на планы бытия, или по колесу времени, или по телам сознания человека, мы не поймем, о чем идет речь. Шестая или Бутхи, да, это одно из семеричных тел человека. Атма, Бутхи, Манас, сейчас мы к этому подойдем. Среднюю, средостение очей твоих, где станет она дыханием единой души, голосом учителя, наполняющим все. Получается, только в шестой области мы можем услышать голос учителя. А шестая область — это Бутхи, это мудрость. И мы возвращаемся к черту мудрости, понимаете, как отображение. И мы можем голос учителя услышать в этом голосе безмолвия, он будет с нами говорить. Сначала это состояние, когда ты услышал, и это может рассеяться очень быстро. Потом мы можем это концентрировать, уплотнять это, а потом он начинает с тобой говорить. А потом мы у него спрашиваем, как нам идти. И это наш большой советчик, голос наш внутренний. Вот он есть, этот голос безмолвия. Вот смотрите, следующее, о чем говорит Елена Петровна в «Голосе безмолвия», это перечисление тех самых семей. И когда мы эти перечисления, прежде чем ты встанешь на верхнюю ступень лестницы мистических звуков, ты должен услыхать голос Бога, сущего внутри тебя, в семи различиях. И она дает семь различий. Семь различий — это семь тел. Вы же этого не слышали никогда, да, Татьяна? Потерпите. Это же не один раз в 10 лет, ничего, да? Именно это? Конечно. Ага. Это ваше озарение, конечно. Да. И смотрите, как интересно получается. Первый символ Сатурна – это наше физическое тело, проявленное тело. Первый подобен сладостному голосу соловья, поющему прощальную песню своей подруге. Елена Петровна пишет в комментариях – это вера. Представьте, мы с верой должны попрощаться в трудном плане. В этом Сатурне. Почему? У нас должно возникнуть доверие. Это разные вещи. Только тогда мы можем соединить и пойти дальше. Второй способен, подобен сладостному голосу соловья. Второй звучит как серебряный кимвал неземного духа, пробуждающее мерцание звезд. Это луна, астральное тело, мерцающие звезды. Здесь как раз серебряный кимвал неземного духа. Третий – эфирный двойник, планета Солнца. Следующий подобен мелодической жалобе духа океанов, плененного в своей раковине. Представьте, это внешняя оболочка, а это та точка, сокрытая внутреннего голоса безмолвия, и она пленена в своей раковине. Это эфирный двойник одного из человеческого тела сознания, Солнца, бдительность души. Четвертый, Юпитер, низший манас. Елена Петровна пишет, за ним следует пение лютни, сосредоточие ума. Ума низшего манаса сосредотачивается этим здесь, и она ассоциация у него как пение лютни. Пятый проникает в тебя, подобно звону бамбуковой флейты, это достижение мудрости. Достижение мудрости – это пятый принцип, высший манас, Венера. Соединение пятого и шестого происходит здесь, и шестой переходит в трубный звук. Он переходит в Меркурий или Бутхи. Это шестой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И у нас остается седьмой. Последний пронесется подобно глухому раскату громовой тучи.
Седьмой поглотит все остальные звуки, они умрут, и не будут более слышно их. Марс, Атма. Все эти семь тел, про которые сейчас, если мы разложим на семь тел сознания, понятно, тогда идет о чем речь. Мы знаем, что сознание символизируется одной общей окружности. Все семь – это здесь, это единая сущность. И если бы какое-то тело у нас отсутствовало, мы сейчас с вами здесь не сидели. Мы все семеричны. Я уже заканчиваю. Вечной жизни чистые воды, ясные и кристальные, с загрязненными потоками, гонимыми буквами ветром, смешаться не могут. Елена Петровна говорит, четыре низших принципа – тело или форма, астральное тело, эфирный двойник и низший манас. Этих четыре, они умирают, они уничтожены. Когда человек умирает, они уничтожаются или растворяются. А внутренняя индивидуальность, два высших принципа, это высший манас и будхи, сливаясь с высшим седьмым атма. Когда мы на схеме это все смотрим и разбираем по телам сознания, тогда понятно, о чем идет речь. А так невозможно это ни к чему. Это все будет очень абстрактно тогда. И это не пробивает наше понимание. Твой прах и твой дух не могут встретиться никогда. Это действительно так, потому что дух, он не может быть в прахе. Это чистая единая сущность, которая эволюционирует, она же есть монада или триадлатма. Один из двух должен исчезнуть, ибо не могут они пребывать вместе. Прежде чем разум твоей души прозреет, зародыш личности должен быть разрушен через чувственность уничтожен без возврата к жизни. Ты не можешь идти по пути, не сделавшись сам этим путем. Когда Елена Петровна написала «Тайную доктрину», она ее посвятила всем истинным курсом. Почему? Если мы не узнаем этот путь, мы не сможем сделаться самим этим путем. Поэтому в такой великий день, память Елены Петровны Блаватской, день Белого Лотоса, этой чистоты, хотелось бы вспомнить об этом фундаментальном труде, который нам дает истинное знание. Спасибо большое. Прошу. Сегодня статья, которую я написал сегодня. Вот. Она небольшая, на двух листиках помещается. Я думаю, что здесь вот я пишусь. Сейчас я спросил. Ну, что это такое? 10 минут, что-то. Пожалуйста, название статьи я дал такое. 1875. Выбор сделан. Эпиграф я взял из вот этой замечательной книжечки. Она называется «Голос безмолвия» на 42-ю страницу. Книжечка выпущена крупным издательством в 2008 году из серии «Жемчужина мудрости». На ее обложке Елена Петровна. Вот, и об этой фотографии я немножко в статье своей расскажу. Значит, эпиграф. Ученик. Путь един, но в конце он двояк. Его этапы отмечены четырьмя и семью вратами. В конце одного пути блаженство немедленно, в конце другого блаженство отсроченное. Оба – воздаяние за заслугу. Выбор твой. Один становится двумя – открытым и тайным. Первый ведет к цели, второй – к самопожертвованию. Первый путь – это освобождение, но второй путь – отречение. И потому именуется путем скорби. Елена Петровна Блаватская, «Голос безмолвия», раздел «Два пути». 8 мая утвержден теософами как день памяти Елены Петровны Блаватской, величайшего философа и оккультиста XIX века. В этот день, на 60-м году жизни, Елена Петровна покинула земной план бытия во время эпидемии гриппа, проходившей в то время в Англии. С подачи ее ближайшего сподвижника Генри Стила Олькота этот день и был назван Днем Белого Лотоса. Современные российские теософы, изучающие философское эпистолярное наследие Елены Петровны, используя такой инструмент познания, как колесо времени или калачакра, 60-летний временной цикл Махаяны или Рабджу, знают, что дата 8 мая в годовом цикле соответствует 1875 году, в 60-летнем цикле, а в 20 веке эти года соответственно 1935 и 1995.
рассмотрим немного подробнее 1875 год и попытаемся понять, что он принес нашей великой соотечественнице. 31 июля 1875 году Елене Петровне исполнялось 44 года. Это завершенное четвертое одиннадцатилетие или четвертая фаза, как проявление цикла Солнца в 11 лет, а точнее сокрытые планеты Вулкан, спрятанные в короне Солнца и вращающиеся в ней с данным временным периодом. В это время Елена Петровна находится в Северной Америке и с февраля по начало июля большую часть времени проживает в Филадельфии, одном из старейших городов США и самого населенного города штата Пенсильвания у побережья Атлантики. Прозвище данного мегаполиса, бывшего в истории несколько раз временной столицей государства, город братской любви. Филадельфия на греческом языке означает братолюбие. Она ведет активную переписку с американским юристом, генералом и эсквайром Фрэнсисом Липпетом и профессором английской литературы Хирамом Корсоном из университета городка Итака, расположенного в центре штата Нью-Йорк. Корсон в то время был одним из лидеров течения спиритуализма, распространяющегося в то время в США. С марта 1875 года Елена Петровна мучается болями в ноге, ей грозит ампутация, а также участвует в судебном разбирательстве, которое она выигрывает в отношении дела мошенничества, примененного к ней одной женщиной и ее адвокатом. В письме от 12 июня она пишет, что конкретно на ноге стало охватывать все колено, однако два дня холодных компрессов и белый щенок пёсика приложили на ночь к больной ноге, и все как ручку до рукой сняло. Так, в 44 года, применив методы нетрадиционной медицины, оккультист влечивает некроз тканей живого организма или гангрену при помощи белой собачки. На колесе времени колочакра, стартный кемерский пёс с формой Анатольевича Баканова, белая собачка – это недавно под 44-м номером. Далее. 15 июля в бостонском американском журнале «Spiritualist Scientist» или «Ученый-спиритуалист» публикуется ее первая крупная статья «Оккультизм или магия». И в своем альбоме для вырезок рядом с этой статьей Елена Петровна сделала следующую пометку «Мой первый оккультный выстрел». Слово «оккультный» в пометке выделено подчеркиванием. В творчестве Елены Петровны Блаватской это очень важная веха. Здесь она впервые публично проявляется как сформировавшийся оккультист. В Америку она была послана из Европы своим учителем, великой Махатмой Востока, для реабилитации пошатнувшейся репутации феномена спиритуализма, рискующей сойти с философской и научной позиции в профанную или ложную. Феноменам спиритуализма должны были быть даны оккультные разъяснения с позиции восточной философии. В своем названии ее первой статьи привнесен разделительный элемент и подразумевающийся за ним выбор. Оккультизм – это не магия, и последнее есть ее один из законных инструментов и гармоническая составляющая. Следующая большая статья Елены Петровны входит в том же журнале спустя два месяца и публикуется 23 сентября. Называется она «В поисках оккультизма». Это как логическое продолжение первой статьи, только углубленное размышление о ее первой части, то есть об оккультизме. Елена Петровна пишет, что только книжное изучение, даже при условии его понимания, не может сделать устремленного исследователя полноценным практическим оккультистом. Ибо даже зная, что можно сделать и почему, в оккультных трудах умалчивается о том, как это сделать. В конце этой статьи пылким и упорным кандидатам в эту науку она дает один совет – дерзайте, а также рекомендацию целенаправленных путешествий по Востоку. Следующая крупная статья и последняя, уходящая в 1875 году, публикуется в том же журнале спустя три недели. Она выходит вчера, 14 октября, с названием «Наука магии». Можно заметить, что это вторая часть названия ее первого оккультного выстрела. Эта статья была ответом редактору другого американского спиритуалистического журнала на его отрицание феномена существования магии. Елена Петровна защищает эту науку о глубоком знании оккультных сил природы и законов Вселенной, управляющих видимыми и непроявленными мирами. Она говорит, что спиритуализм в руках адепта превращается в магию,
а в руках медиума может стать бессознательным колдовством. Приводя аргументы в защиту существования феномена магии, она обозначает проблему медиумизма и связанных с ней элементариев. Также она публично заявляет о своей принадлежности и членстве в Великой Ложе Адептов Восточного Братства. Этими тремя основными статьями Елена Петровна завершает 1875 год, который на колесе времени Калачакра проходит под принципом или элементарной одной из 12 причин бытия синего воздуха кабана. 9 номер. Это недавно означает вирджиниану или сознание, а также форму или проявление. В целом это форма сознания или оформленная мысль. Также которая создает феномен теософии, и это вечное созидание форм сознания безостановочно. Это точка отсчета к последней четверти или 25 годам уходящего 19 столетия. Возвышенная мыслеформа обязательно проявится в будущем, и этому будет способствовать размышления о прочитанных теософских источниках и трудах. И трудах велико посвященных 19 века Елены Петровны Блаватской. Этот принцип осуществляет эволюционный процесс сдвоенного монастического элемента в каждом человеке. Происходит ментальная эволюция. И по времени мы его встречаем или проживаем каждые 24 дня в году, а также с 8 по 13 мая ежегодно или каждую 9 минуту в час и 9 секунду в минуте. Спустя один месяц, а именно 17 ноября, в Нью-Йорке образуется Всемирное теософское общество. Инспирируемая учителями Елены Петровны, через нее и при помощи полковника Бендера Стила Алькотта, молодого адвоката Уильяма Пуанжаджа и еще нескольких человек, оно было официально задекларировано. Выборы Елены Петровны как величайшего оккультиста 19 столетия, который знает и может, был сделан. Отныне она навсегда связана с теософским обществом как социальным институтом, который призван беспрестанно складывать новую форму создания, сознания или непривычного мышления, чистого или просветленного, у каждого, соприкоснувшегося с теософскими знаниями, и оформляет новое понимание феномена бытия грядущего человечества. Величайшая заслуга в этом принадлежит нашей русской бодхисаттве Елене Петровне Блаватской. Огромная ей за это благодарность, поклон и уважение. В завершение этой небольшой статьи отметим, что эпиграф к ней взят из книги, на обложке которой фотография Елены Петровны, сделанная неким Берцли в сентябре 1875 года в Итаке. Вот она. В Итаке, небольшого университетского городка, названного в честь греческого острова, родины Одиссея. Он правнук бога мудрости Гермеса и один из прототипов идеального героя Илиады, поэмы Гомера, поэта-сказителя, жившего в 9 веке до нашей эры. Изысканная мантия, которой одет оккультист на этой фотокарточке, есть инструмент мага. Спасибо за внимание. Предложение высказаться всем по этой мысли дня. Как вы это понимаете? Это будет такая некая общая медитация. Вот прям по кругу. Давайте попробуем. Разрешите, я еще раз зачитаю. Быть чистым или нет, выбирать тебе самому. Никто не может очистить других. Верно, что я думаю, что это... Самое важное – это следить за собой, не следить за другим. Очень важно именно хранить свою чистоту внутреннюю. И как раз свои качества характера. Ну, для меня это первая опора – это как любовь. Отслеживать, осознавать, чувствовать. И, наверное, следить за собой, а не за другим. Спасибо большое. Мне почему-то пришла на память фраза о том, что английскому языку нельзя научить. Английскому языку нужно только научиться. Понятие чистоты – это тоже внутренние критерии, которые мы для себя избираем в качестве путеводной звезды или нет. И чистота – очень высокое понятие. Мы все к этому идем. Иногда для этого не хватает жизни. И каждый день наш должен приближать к тому, чтобы мы становились немного лучше, немного добрее, немного чище, немного человечнее, немного более открытыми, умели воспринимать других, были более толерантными и так далее. Чистота понятие очень глубокое. В городах она ощущается очень тяжело,
но в то же время, когда мы попадаем куда-то в чистые места, да, если это горы, храмы, либо иные какие-то места силы, когда мы себя сон настраиваем с этими местами, понятие чистоты, ощущение чистоты, ощущение благости, оно, как правило, возникает автоматически. Мы входим в резонанс, и это светлое качество, мы потом возвращаемся в городах и удается пожить им. Могу только пожелать всем быть немного чище, немного более возвышенными. Наше собрание, когда мы приходим в один дом, в одно место, когда нас объединяет один символ, а сегодня Елена Петровна Гловацкая, оно тоже способствует тому, что мы хотя бы на какое-то время, да, свое сознание чуть-чуть подняли, сделали более чистым и свой эмоциональный фон тоже очистили, благородили и подарили миру немного тепла, улыбку и наши сердечные доброты. Спасибо. Мне кажется, что чистота – это такое состояние человеческой души или человеческого разума, того и другого, когда для теософа вообще не должно стоять вот этого вопроса, как добиться чистоты или как достичь чистоты, потому что это очень высокая планка в самом деле. Но в основе чистоты лежит нравственная основа, нравственности, понимаете? Если нравственность игнорируется, если человек не задумывается с самого начала, когда он попадает в теософское общество, не задумывается над этим, значит, ничего хорошего не будет из этого человека. Потому что все книги абсолютно, и те, которые вот мы сегодня должны были даже читать, все говорят об одном, о том, что это важный признак роста духовности, понимаете? Без нравственной чистоты человек не сможет достичь никаких высот. И надеяться на то, что можно оставаться так чуть-чуть, там слукавил, там чего-то сделал, там обманул, там еще что-то такое, это ничего. Это на современном этапе это допускается в теософском обществе. Я считаю, что в теософии вообще не должно быть. Потому что само учение теософии, оно очень высокое, очень чистое. И эта теософия, мы все по ключу теософии откройте, прочитайте, и вы увидите, о чем говорила Блаватская, когда говорила о теософском обществе. И, конечно, давайте попробуем одну-две фразы, не успеем. Одна-две строчки. Что такое чистота у вас, по вашему мнению? Я считаю, одно слово. Нет, не одно слово. Давайте я скажу, закончу, а потом будет одно слово. Может быть, без чая обойдемся, полезнее послушать. Я считаю, что вот эта нравственная чистота, что такое нравственность? Это внутреннее духовное качество человека, внутреннее, это его духовный человек, понимаете? И все остальное, мораль и этика, это все производные от нравственности. И поэтому вот именно это должен человек, теософ, который захотел двигаться, изучать теософию, быть в этом обществе, стремиться создать это общество теософское, создать братство. Понимаете, он ничего не добьется, если он не будет следовать этой чистоте. Спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, что в этой фразе есть много противоречий. Ну, два, во всяком случае, сейчас озвучу. И она вырвана из контекста, так мне кажется. Потому что там не должно быть противоречий. Они есть. Первое противоречие. Внутреннее представление о чистоте – это есть дело самого человека. Многие злодеи считали себя исключительно нравственными, чистыми людьми. Тем не менее, совершали преступления. Уточнять не буду. Это первое противоречие. Вот. Нельзя вырывать из контекста несколько строчек. И второе противоречие, здесь которое вижу, это то, что единственная возможность, на мой взгляд, человеку, достигать в том числе чистоты, это ориентироваться на кого-то, на что-то. Поэтому тут без учителя никак не обойдешься. А звучит фраза так, как вроде бы это совершенно внутреннее дело. Поэтому мне непонятно вот это. Спасибо большое. Прошу. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Проявлять тот свет, который есть внутри. То есть она для того, чтобы свет, который есть у нас, в каждом из нас, он шел через нас.
И каждый момент – это выбор, момент выбора, когда мы каждый момент выбираем, быть нам с высшим или с низшим. И это каждый момент идет этот выбор. И когда мы выбираем быть нравственным, мы проводим больше света. Мне кажется, что чистота – это свет, это путь эволюции. И каждый человек сам, никто за него это не сделает, сам проходит этот путь эволюции. И, так сказать, выбор всегда перед человеком – либо быть со светом, либо быть со светом. Человек, который встал на путь духовного развития, он должен содержать, мне кажется, в чистоте свои помыслы, свои эмоции и, главное, в чистоте свои мысли. И кроме его самого, никто, он не может помочь, например, другому человеку быть чистым. То есть это дело его самого. И содержать в чистоте свои мысли – это главное для человека, который стал на путь духовного развития. Для меня это жить по совести. Я хочу бы подчеркнуть, что для решения проблемы дается столько энергии, достаточно для решения этой задачи. Поэтому чеки все открыты, все дороги открыты. Я хотела сказать, что на сегодняшнем заседании несколько раз проскакивали очень сильные эмоциональные искры. И для меня это нет, было очень неприятно, потому что я считаю, что нахожусь в чистом обществе тасовского движения. Поэтому я бы хотела сказать, что для меня чисто – это жить по совести, как сказал Юрий, и знания проверять сердцем. То, что по сердцу резонирует, то в данный момент как бы твое, и ты идешь по своему пути, к своему учителю. Ну, прошу, пожалуйста, на самом деле, эмоции, люди чувствительные, прям вот грязь пошла. Спасибо. У меня вот неподвижность есть, что, во-первых, что такое чистота, что чистота, не может два человека быть одинаково чистой, то есть в силу различности и индивидуальной природы каждого, это первая мысль. А тем не менее, если возвращаться к пониманию чистоты, хочется добавить также, что невозможно столько внешними усилиями, чем-то подталкиванием стать чистым в том понимании, чтобы услышать свой дух. Для этого нужно все-таки внутреннее стремление, я так понимаю. Ну, эту чистоту, которую мы должны выбрать каждый для себя, она символизирует, прежде всего, свободную волю. Закон свободной воли. Это основная мысль. Если мы ее представляем, эту мысль, как бы сам закон, ясно, то это и есть та чистота. Потому что ясность, видение, на самом деле это осознанное действие. И только каждый, сам работая над собой, это может сделать. Но следующий еще аспект такой существует, что никто никого не может сделать чистым. Это говорит о том, что и учитель не может сделать вас чистым. Он не может этого сделать, если у вас нет того решения, чтобы очистить себя. Спасибо. Саша, я может, буквально вас принял эту фразу, но вот если тут говорится о чистоте, то мне кажется, каждый вправе пойти и помыться, да, и это сделать проще всего. Накопил грязь, пошел к себе. Спасибо большое. Другому спинку поселить. Значит, можно все-таки другому сделать. Пожалуйста, давайте поселим. Мне нужно вполне можно поселить другому, а если спасешься ты, спрятаться спасутся тысячи. Главная частота – это осознание единства. Это я провожу через наш форум в течение 10 лет. То есть частота – это отсутствие разделения. Если нет разделения тебя от кого-то,
если ты воспринимаешь всех в поле любви и решаешь, исходя из вот этой божественной мудрости, вот значит ты, тем больше ты чист, тем больше ты ощущаешь эту божественную мудрость. Спасибо большое. Собственное действие и устремление быть чистым, которое можно только из себя самого выявить. И, как было сказано, что какие-то внешние надежды, какие-то, может быть, даже и учения. Если нет устремления идти чисто, то если будешь сталкиваться со своими же какими-то темными участками. Спасибо большое. Прошу. У меня такие мысли. Чистота, конечно, понятие многогранное, вот, пошли мысли о чистоте внутренней и внешней. И мне кажется, это взаимно дополняющие, что ли, понятия такие, потому что, наводя порядок даже в окружающем пространстве, ты чувствуешь, как меняется свое состояние. То есть вот просто заходя в какое-то помещение, ты чувствуешь, что вот здесь чисто, вот, в сравнении там, с каким-то с другим помещением. Начинаешь чувствовать людей, вот с какими они, ну, какие эмоции там у них возникают, какие намерения, насколько они гармоничны, что ли. Вот. Ну, поэтому работать надо над собой как внутри, так и окружающим пространством. Ориентируйся на кого. Спасибо большое. Следующий. Да, конечно, образец должен быть. Да, ну, учитель как образец. Да, пожалуйста, мы сейчас не в дискуссии, просто каждый высказывает. Следующий. Мне вспомнился последнее событие, был юбилейный вечер Николая Добронравова и Александра Пахмутова. И он, Николай Добронравов, прочитал потрясающее стихотворение, относящееся вот именно к чистоте. Но я не могу передать дословно, но то, что мне запомнилось, его фраза. Он говорит, что сейчас многие научились жить без Бога. Но жить без прав нельзя. Поэтому действительно, надо быть правдивым перед собой, перед людьми, и тогда будет чисто. Спасибо. Прежде всего, откуда это утверждение вы силы воды? Из книги Салтыкова? Жемчужина Востока. Жемчужина Востока. Мысленно мощная. Ну, значит, первая часть означает, что по любым вопросам обратись внутрь себя, закрой глаза, обратись к своему высшему я. Это наш главный, в общем-то, учитель, об этом сказано в исторических работах. И по второй части, здесь было отмечено противоречие, что никто не может сделать себя чистым, но это, конечно, может быть так, тем более у нас опять же жемчужина Востока. Но помочь, конечно, могут. Не сделать, но помочь, как-то направить, что-то такое рассказать. Где-то ты можешь что-то прочитать. Тебе могут помочь. Спасибо большое. Внутренняя чистота, наверное, это каждодневная работа на своем теле для того, чтобы нам тело дается, чтобы перейти в следующую жизнь. Будет удар. Здесь исправить все свои пороки. Сейчас диплома хотим учить, да, подвести итог, да, нашей встречи. Мне тогда нужно знать, кто сегодня присутствует из кандидатов. У нас Ирина Малых, город Москва. У нас сегодня получает дипломы Теософского общества. Некоторые кандидаты написали год назад заявление. И вот сегодня, в такой торжественный момент, в такой великий памятный день, посвященный Елене Петровне Блаватской, мы вручаем, Алексей Валентинович вручает дипломы. Да, у меня просто сегодня 7 дипломов, я, к сожалению, не всех
представители Санкт-Петербурга знают, поэтому Салуянова Наталья Константиновна. Нет, из Санкт-Петербурга у нас Александр Кулешов сегодня в гостях. Александр, значит, отвезет все диплом. Кулешов Александр Сергеевич. Александр, ну это замечательно. Вообще надо понимать, что 8 мая это день не случайный. И получить диплом именно в день ухода Елены Петровны на тонкие планы, ну, для меня лично была бы большая честь. В качестве основного пожелания, которое я хотел бы озвучить для вас, не ограничиваться интересами одной группы, не забывать о том, что вы вступаете не в какую-то маленькую конгломерацию, которая связана с отдельным городом, а с какими-то людьми, с определенными, которых вы хорошо знаете и любите. Всегда помните о том, что Диасовское общество – это большая семья, которая на данный момент существует, живет в 70 странах мира, что это большое братство. У нас, к сожалению, в России есть проблемы, вы правильно заметили, но мы все работаем над этим, мы делаем шаг за шагом для того, чтобы стать немножечко лучше, ближе. Я именно вам конкретно говорю, потому что я чувствую, вы не просто озвучили это, да, но и переживаете все это внутренне, это прекрасно. Вот. Поэтому, друзья, давайте поздравим Александра с этим замечательным событием. Год прошел, я так понимаю, Александр не передумал, а укрепился в своих намерениях вступить в Теософское общество. Поэтому добро пожаловать в нашу большую семью. И хочется пожелать больших успехов в изучении теософии, теософии с большой буквы именно, в синтезе различных направлений. И идея братства, чтобы она была у вас не просто какой-то фикцией, да, каким-то теоретическим идеалом, а чтобы идея братства, она начиналась с открытого сердца, с открытого сознания, что несмотря на то, что мы все разные, сложные, неудобные, угловатые, мы могли воспринимать друг друга и тему идею братства привносить в мир. Это всегда сложно бывает, толерантность, особенно в России, она бывает не в чести, но желаю вам вот этот год попрактиковать именно способность восприятия людей с другой точки зрения и людей, которые живут другими вещами, другими идеалами, но на самом деле всем сознанием нашим высшим я... Да, и не только на физическом плане находимся. Вот, Александра больше мучить не будем. У меня сегодня 7 дипломов, 7 человек из Санкт-Петербурга сегодня вступают в общество. Александр, видимо, по приезде вручит всем и поздравит от нас, от нашей московской команды своих друзей, коллег и так далее. Вот вам успехов в работе в Санкт-Петербурге, в развитии группы, в новых проектах. Ждем приглашения и, ну, можно сказать, с днем рождения, потому что вступление в общество – это на самом деле определенный этап жизни и рождение в духе. Поэтому я надеюсь, вы его проживете, прочувствуете, что это не просто будет бумага, да, которая будет висеть на стене или где-то в шкафчике лежать. А с этого момента у вас начнется какой-то новый этап жизни. И новые энергии к вам придут, это будет точно. И начнутся определенные испытания в жизни, к ним тоже надо быть готовым. Ну, желаю достойно все это прожить, преодолеть и гордо нести знамя теософии в своем городе, в своей группе, развивать теософское мировоззрение и идеалы, которые теософское общество принесло в мир, и продолжать идеи и учения Елены Петровны на всех уровнях. Давайте еще раз. Спасибо большое. Город Москва, у нас два диплома сегодня. Это Лима Малых и Ольга Калинина. Нет, город Москва у нас в августе будет. В августе. Давайте теперь, наверное, минутку помолчим, закрытие, да? Огромное спасибо всем, кто сегодня пришли. Вот так повелось.
два мероприятия. Такой колокол, как голос безмолвия, соединяет все наши сердца. Организаторы этого памятного дня, здесь мы готовы, приглашают всех женщин. Спасибо большое. Спасибо.